Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас от руководства области, от руководства отделения по Гайскому городскому округу, от себя лично с праздником 94-й годовщины со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. В этот день хочу пожелать вам, вашим семьям, родным и близким крепкого-крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. Хочу поблагодарить ваших половин за то понимание, за ту поддержку, которую они оказывают в нашей нелегкой работе.